Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбунчук. І зараз ми на прямому зв'язку з Міро Ванадзе. Це професійний боєць ММА, військовослужбовець ЗСУ, власне, доброволець з Грузії. Я вас вітаю. Вітаю. Міро, розкажіть, будь ласка, як багато наразі грузинів захищає Україну? Даний момент грузинські добровольці на Україні більше 6 тисяч добровольців. Скажіть, будь ласка, чому так багато добровольчих формувань, власне, створилося? І чому грузини допомагають українцям? У нас між Україною і Грузією велика історія. Ми не раз помогали не тільки на бої полі, вообще ми братський народ, українці у Наунсо батальйон сражались за Грузію в Абхазії і не тільки. І 14-го року сотні грузини сражались за Україну. У нас велика історія і братський народ. І не тільки у нас общий враг, і ми повинні допомагати друг другу. Розкажіть, будь ласка, що Грузія зробила, що Росія зробила Грузії? Не треба йти далеко, то же сам, Донбас, Крим, геноциди, знасилі дітей, вбивства мирних жителів і не тільки. Чи можете ви розповісти, власне, про свій шлях? Коли стали військовослужбовцем? Чому? Де були, коли почалася війна? І ви їздили в Грузію додому, але ви повернулися назад в Україну і захищаєте наразі країну? У мене була проблема здоров'я. Літом я був в Грузії. Ну, це дуже просто. Я живу в Україні. Україна для мене вторая родина. И каждый человек, каждый мужчина, который живет в Украине, это для нас долг. И мы не делаем ничего какой-то героический. Это просто каждый мужчина должен остаться на любой ситуации мужчина и все. Міро, чи можете, будь ласка, більше розповісти про себе? Я професіонал боєць ММА, я мав свій бізнес, жив хорошо, як всіх. У мене теж була своя мечта, плани, ну, російські правительство раздушило это все, но жизнь продолжается. В данный момент мы боремся за свободу. И лично для меня бороться за мир, за свободу, за родину, против России – это большая честь, и я ничем не жалею. Я продолжаю дальше идти. Ви доволі часто даєте інтерв'ю грузинським телеканалам. Чи можете розповісти, що вони у вас питають, і яку думку намагаєтеся донести до грузинів? Я один із чоловік, який передає відсюди правду, правда, что происходит в Украине, и у меня недели два или три раза в прямом эфире я говорю правду, и война – это результаты для нас важны не только на бой поле, информационная война тоже имеет победа на информационной линии, тоже имеет большую силу, и это все как бы
результаты гуманитарной помощи, и не только это, что мы доказали результаты на боеполе, на информационной линии мы выиграли. И мы продолжаем. Мир должен, надо знать, правда, геноциды, Буча, Ирпень, Изуми, не только русские войны изнасили детей, геноциды, убили мирных жителей. И они поступили все войны, преступления, что может, это просто не хватает слова, как это сказать, потому что, что я видел своими глазами, это, это большой, не могу сказать, просто российские войны устроили геноциды, изнасили детей, я передаю информацию тем каналам, которые за правду, за Украину, и я это должен. Скажите, чи можете вы больше рассказать про своих загиблих братьев, грузинов? Знаешь, что я хочу рассказать, это большой боль для меня последние. Из грузинских добровольцев больше 37 человек погиб. Один из Чамбулат, это человек для меня был как родной брат. Мы вместе заходили в горячих точках, и у нас. Я не знаю, после его смерти у меня я потерял, как, не знаю, как без плеча человек такой у нас. Но это война, это мы платим большой для нас без. Знаешь, что это он выбрал этот путь, и он был настоящий воин, и каждый из, который погибли на Украине, эти ребята, герои. Герой не умирает. И мы выбрали этот путь, и мы никак не жалеем, мы продолжаем бороться за свободу, это для нас большая честь. Так, герои не вмирають. Слава ЗСУ, слава всім захисникам, тих, хто нас слава. І тим, хто загинув за Україну, ми будемо у вічному боргу перед ними. Я також хотіла вас сьогодні запитати про погрози, які надходять до вас, так стосовно того, що росіяни можуть розправитися з вашими рідними в Грузії, з вашими близькими, друзями. Чи можете про це розповісти? Угрози життя, близькі, бізнес і так далі, це не вчорашні. Просто мені приходить сообщення по різній стороні, и грузинские коллаборанты пишут, и украинские тоже, и не только какой-то. Но я выбрал этот путь, и сколько лет я буду жить, самое главное, надо жить достойно, умирать достойно. И Господь все знает, я выбрал этот путь, и я продолжаю бороться, идти вперед, и меня не пугают такие угрозы, потому что я сначала понимал, что это
большой война, и здесь они питаются по разным методам напугать нас. Да. Ви можете сказати конкретніше, що це за погрози та кому вони надходили, від кого? Угроза на мене – це не перший случай, але що стосується угрози моїй сім'ї, близькі, бізнесі і так далі, ну, раніше такого не було. А сейчас угроза идет в разные стороны, там меня пишут и грузинские коллаборанты, и украинские не только, но это очень дешевле угрозы, я выбрал этот путь. И для меня борьба за свободу – это большая честь. Я продолжаю эти периоды, и каждый мужчина, который выбрал этот путь, им, ну, они не могут никак напугать. Я не понимаю, я понимаю, что это война, и они пытаются разные стороны, ну, использовать там угроз жизни, близких и так далее. Я еще раз повторю. Бороться против российских властей для меня большой честь, потому что Грузия потеряла территорию больше 30%. Они убили все наши предки, геноциды Сухуми, геноциды Самачабло. И после 2014 года на Украине сейчас тоже до сих пор продолжается, и как бы мы никуда не отступаем, едем вперед. Слава Украине! Героям слава! Чего бы вам хотелось побажати та сказати росіян? Я не собирав їх нічого сказати. Мы ответим очень... Ну, ответы будут на бой поле. Украина – это свободная страна. Украина доказал, что типа вторая армия в мире, как они говорят, это большой фейк. И в данный момент украинская армия – это один из лучших в мире. Міро, а чи думали ви вже про те, що будете робити, коли ви, Україна, переможе, коли ми всі долаємо Росію і будемо, так би мовити, жити у вільній країні? Чи думали ви про це і як бачите своє майбутнє, що будете робити після перемоги? Знаєш, що я вираз так, что у нас постоянно война восьмого года в Грузии. И не только Грузия, Украина. Эта война идет больше 200 лет. Мы продолжаем жить. И как бы еще раз хочу сказать, что... Я уверен, что это путь продолжается, и после перемоги тоже страна будет настроена, только ну, будет большая реформа, и мы все будем доказать, что не только победа на поле боя, еще будут разные реформы, и мы все будем жить хорошо, и это и все какой-то сейчас идет там слухи, что там война, там это, ну,
за нами перемога, и все будет хорошо. Все будет Украина. Все будет Я Украина. Дуже дякую вам. Дякую вам за захист України і дуже дякую всім грузинам, власне, які наразі захищають Україну. Дякую вам і нагадую, що ми спілкувалися з Міро Гонадзе, добровольцем з Грузії, військовослужбовцем Збройних сил України і професійним бойцем ММА. Дякую вам. З вами була Анна Гравченко. А зараз ми перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».